И у него процесс работает классно совершенно. Один, как я его журналисты спрашивают, иногда вопросы задают, а он так отвечает, что они не знают, как перевести на язык. Да ладно, сказал он, вынули что-то из носа и размазали по бумаге. Это перевести невозможно. Журналисты друг у друга спрашивают, что он имел в виду? Сопли он имел в виду, понимаете? Вообще мне нравится, что наши президенты сейчас говорят просто нормальным русским языком, без этого юридического захлёста, без этих перемодуляций словесных. Но когда был саммит в Петербурге, Буш задал вопрос Путину, а это были белые ночи. Саммит знает, что такое сходняк, общак не приезжали. Были белые ночи, и повезли на Неву, и Буш задал вопрос, чего вот глаза у Путина были, как у того птеродактиля, который в сачок попал. Буш его спросил, почему ночью над Невой поднимаются ракетные установки. А то так повисел в пространстве. Не нашел ответа. Говорит, ужин готов. Это единственное, чем можно было Буша отвлечь.